Я родилась в Москве. Москва для меня это место силы, место исполнения мечты. И я заряжаюсь какой-то необыкновенной энергией победителя. Вот для меня Москва всегда город-победитель. А Москва красивая. Я так люблю просто бродить, гулять, когда есть время. А как сейчас заботиться о Москве? Какие парки, какие скверы? Как все оформлено на любой праздник? И, конечно, москвичи, они, мне кажется, могут гордиться своим городом. И я счастлива, что я служу в Московском театре. Но для меня Москва – это просто, знаете, моя такая обитель счастья. Здесь живут мои родители, здесь мой дом, мое место, моя земля. Вот просто прикоснуться, напитаться этой энергией и идти дальше вдохновенно и тоже ощущать себя победительницей.